В этом сезоне мои баклажанчики очень сильно подотстали из-за плохой погоды. И вот только 9 августа я снял первые плодики. Поспело сразу несколько сортов и гибридов. Прежде всего, очень хорошо показал себя гибрид Кларинда. Это очень хороший гибрид, мне его рекомендовали друзья-огородники. Я попробовал вырастить всего 2 кустика, и вот он меня ничуть не разочаровал. И Кларинда меня порадовала вот таким вот симпатичным плодиком. Это гибрид Кларинда. На кустиках Кларинды еще много завязи. Она по-прежнему цветет. Я надеюсь, еще порадует достаточным количеством плодов. Вот такая красавица Кларинда. А вот это сорт баклажанов Вера. Я пробую этот сорт тоже впервые. И вот поспели первые плодики. Кустик Веры не очень высокий, но плодик очень вырос нормальный. Пора уже срывать. И очень симпатичный. Держится крепко, приходится использовать, как всегда, ножнички. Плодик сорта Вера удлиненный, блестящий, имеет такой приятный глянец, очень плотный на ощупь, очень симпатичный плодик. Сорт Вера, несмотря на то, что маленького размера кустик, однако есть и цветки еще, есть и завязи. И, надеюсь, тоже будут еще плодики в достаточном количестве. Вот такой сорт баклажанчиков Вера с очень романтическим названием. Также к этому времени подоспели первые плодики также сорта Черный Красавец. Этот сорт баклажанов, он еще немножечко, возможно, не доспел, еще не очень черный, но вполне уже можно его срывать и использовать. Что я сейчас и буду делать. Также этот сорт активно цветет, имеет завязи. Хоть и поздновато, но мои баклажаны все-таки начинают плодоносить. Кустик этого сорта не очень высокий. Срезаю, как всегда, плодик ножничками. Вот такой симпатичный плодик сорта Черный Красавец. Красивые округлые формы, выглядит очень хорошо. Вот еще завязи у нее есть, так что это не последний плод сорта Черный Красавец. А вот это мой любимый гибрид Эпик. Его я выращиваю уже не первый год, в отличие от других перечисленных сортов и гибридов. Это очень хороший гибрид, очень надежный, очень выносливый. И прошлый год он себя хорошо показал, и вот в этом сезоне тоже уже появились первые плодики. Он, правда, немножечко отстает от Кларинды, но это просто стечение обстоятельств. По сути, Эпик, по-моему, ничуть ей не уступает. Уже плодики можно срывать. Гибрид Эпик мной уже проверен. Очень красивые плодики, могут вырастать и покрупнее. Очень вкусные, очень хорошие формы. Блестящие, очень хороший гибрид Эпик. Очень мне нравится. Эпик активно цветет, также имеется много завязей. Кустик довольно рослый, повыше прочих. Он чем-то похож на Кларинду, Эпик. Ну а плодики у него чуть-чуть более удлиненные, чем у Кларинды, но ничуть не уступают по качеству и по урожайности, надеюсь, тоже они будут очень хороши. Вот такие сорта и гибриды баклажанов поспели на 9 августа. Это, конечно, только начало. Поздновато, конечно, в этом сезоне, но делать тут нечего.
Но, надеюсь, баклажаны будут еще плодоносить нормально, долго и хорошо, и плодов будет собрано достаточное количество, чего я желаю каждому огороднику — собрать побольше этих замечательных плодов баклажанов.